Доброе утро. Сегодня 12 января. Тут ты, блин. Доброе утро. Сегодня 12 июня. С праздником всех. Короче, мы 50 км от Краснодара. Попробуем половить карпу. Здесь мы будем мешать замес закормочный. Здесь будем на то, что ловит. Ловить будем стараться на флот. Так. Немножко пылики. Старенькие пылики, мертвые. Здесь пылики. Последние с пыликами уже. Здесь пылики. Разные пылики. Слива, мед, рыбные. Конопля. Конопля нам нужна. Крупнозернистая. Карп серии. Для того, чтобы пылить ей. Нам не нужно, мне заядлые карпятники, нам не нужно слишком большую рыбу, нам нужно всю рыбу. Вот высыпем пол пачки, чуть больше конопли. Немножко рыбного жирного перца, который будет подольше лежать, подольше привлекать рыбу, дольше растворяться, он чуть быстрее растворяется, дольше растворяется, чем пылики. Пылики где-то 40 минут, час, а эти где-то часа на полтора. Зерновые. Это то, что будет дольше удерживать рыбку на точке. Зерновые. Перец. 14 конопля. Десятка пойдет. Или десятка конопля. Немножко перца слива. На этом водоеме на сливу на сильный большой объем рыба отзывается плохо. Немножко сливы хорошо. Вот так вот. Поэтому слива будет. У нас вместо слива будет утюг руки. Она помягче сливы. И вот. И измерять. Вот. Все. Это у нас закормочная. Ну и смесь мы зальем. Сицел. У нас есть тютифрути. Мы примерно 50 на 50 сделаем тютифрути. И мюсли. В итоге у нас такой будет рыбно-фруктовый аромат. Все, отличная консистенция. Ни влаги, ничего мы не добавляем. Все нам с головой. Готов для закорма. Теперь, на что мы будем ловить на флет? Используем эту коноплю. Я люблю... Ой, какой хороший запах. Я люблю вот эту вот смесь для карпа. Она довольно крупная. В ней много зерновых видно. Кукуруза крупная, и то. Много чего. Очень сильный запах, аромат конопли. Для чего? Мне это нужно для того, чтобы... Флет начинал довольно быстро работать. Я не люблю пыльные смеси мелкие, как пыль. Я люблю крупные. Вот, всю эту коноплю. И мидия. Мидия по существу это база. Я беру специально не сильно пахнущую базу. С рыбным ароматом. В итоге у нас получается... Светлый цвет прикормки. Светлый. Сюда же кукурузку. Полбаночки. Много нам не надо. Получается вот так вот у нас довольно светлая смесь, которая очень хорошо будет пахнуть и даже
прохожу несколько этапов и не боимся переувлажнить. Красота, утро. Утро начинаем. Тут половим рыбку. Будем кидать на вон ту сторону. Где-то примерно 80-90 метров. Попробуем что-нибудь поймать. Сейчас уже 14 градусов. Днем будет за 30. Тепленько. Ну что, точки утвердили. Сейчас будем заниматься стартовым закормом. Кормить буду той же палкой, основной, одной из, что я ловлю. Кормить будем бомбардой. Здесь 94 оборота катушки. В общем, расстояние нормальное. Ну, получается, где нашу не бухали. Две точки для двух удилищ. Вот такая бомбардочка. Китайская, 180 рублей. Провели испытания, работает отлично. И начинаем заниматься на пару часов дуристикой. Так, сначала кормим правую точку, потом левую. Этот вкусный тюти-фрути пахнет, сам бы ел. Тут по 30, по 40 точку. Опять зафигачим. Столько вкусняшек. Вкусняшка. Ну что, закормили. Сейчас будем снаряжать флетики и пытаться ловить. Смесь у нас отличная. Вот такая вот крупнозернистая. Для флетиков. Значит, на пробу взяли флеты вегасовские. Хотим попробовать, как они работают. У меня есть топталка Адренана. И аналогичные вегасовские 60-40 грамм. На палку 13 фунтов до 150 грамм поставил 60-ку. На палочку 13 футов до 80, 12 футов до 80 поставил 40-ку. Видимо, ту дистанцию мне спокойно эти добивают. 13-фунтовый до 150 грамм, 45 флет не нагружает, очень тяжело кидать. Тяжело, приходится вкладываться, чтобы на эту дистанцию добить. Уже 60-ка, сегодня попробовал, летит сказочно. Будем пробовать разные насадочки. Примерно я знаю, что здесь работает, но это рыбалка. Сегодня работает один, завтра другой, уже проходили даже на этом водоеме неоднократно. Основная насадка у нас будет пылик с пупавом. Пока я здесь сижу, кормлю. У соседей с правой стороны у одного было две поклевки на карповую снасть. Ни одной результативной. Больше не было ни у кого ничего. Хотя нет-нет, рыба выворачивается даже здесь возле мостика. Поэтому фиг его знает. Опять. Что там у нас? Июньная рыбалка, блин. Проверим. У нас получилась вот такая вот цацка. Мне очень, кстати, понравились силиконки
силиконовые топталки. Очень понравились. Ими легче работать, удобней. Можно взять вот так вот слегка и провернуть туда-сюда. Получится такая зализанная. Прям зализанная. Мне нужно, чтобы она работала. Где-то через минуту начала работать. После того, как дошла до дна. С Богом. Первый пошел. Значит, первый заброс будет дольше, до получаса. Пылик держится 45 минут, 6.03. Остальные будем делать 10-15 минут. Эти забросы. Что-то тащим. Слабенько, но поклевывает сегодня. Очень слабенько. Вот, джинь-джинь-джинь. Что-то такое. Поклевка была очень мощная. Если бы не зубастые держатели удилища, палка бы просто улетела бы в воду. Это бойкий и веселый. Да, да, не надо мне туда уходить. О, сейчас датчик. Красивый, красивый, дорогой. Вот так, давай. Давай. Вот это вот я рыбка, понимаю. А то маленькие амурчики клюют, мне интересно. Красивая рыбка. Карасик. Хороший такой, добрый. Что-то серьезное село. Хорошее. На рыбу похоже. Пытаемся от камыша оттянуть. А потом может теперь попробовать расслабиться. Чуть-чуть отошел от камыша. Это на рыбу похоже, что село. Очень на рыбу похоже. А у нас вообще с дуплета не было. Прям чувствуется, что рыба есть там. Прям рыбка чувствуется. Давит конкретно. Так, ну зато ради этого мы ездим на рыбалочку. Покайфовать. Останавливался, как будто бы установился. Палочка работает отлично. Реально, что-то доброе. Очень доброе. Походу сазан или карп хороший. Кабанчик, кабанчик. По ощущениям, зачетный кабанчик. Потому что чувствуется, что именно просто давит. Нет рывков резких. Вот чем
не очень прикольно ловить именно крупного карпа. Чем крупнее, тем он вот так вот себя спокойно ведет. Это крупный карп. По ощущениям очень хороший. Рыба. Хороший, матерый боец там. Что-то небольшое идет. Или амурчик, или карасик. Кто это у нас? Карась добрый. Вот это карасик. Всем карасикам карасик. О, карасик какой. Пока заряжал. Вторую поклевку, походу, амурчик небольшой. Тащим. Ва-ва-ва. Небольшой амурчик, походу. Слишком резкий. Да, амурчик. Небольшой такой. Красивый. Небольшой амурчик. Как и предполагалось. Небольшой красавчик. Тузик. Оп-оп-оп. Попустим. Пообедаем. Продолжим рыбалочку. Маленький. Совсем маленький. На мурчика небольшого похоже. По сопротивлению. Амурчик. 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 Четко за середину нижней губы, как положено. Убежали. Да и скользкий. Ну что, рыбалка была трудовая. Но поймали, без рыбы не остались. Пришлось много думать. На ходу перестраиваться. Но рыбку поймали. Были и сходы, и все было. Единственное, самого крупного не получилось заснять. Села батарейка. Ну что ж, друзья. Надеюсь, до новых встреч.